загадочное звездное небо. Бесконечно можно смотреть. Быстро очень израсходовали. Ну, кого девочки, присмотритесь. В каких-то положениях прям очень красиво он так смотрится. Только там бусинки, конечно, были покрупнее. Эти маленькие лучше. Они не успели мне вовремя приехать. Вот пришли вот такие вот темные. Всем привет! Меня зовут Лилия. Вы на моем канале «Филигрань из ниток». Сегодня у нас будет распаковочка с AliExpress. Я еще ничего не открывала. Все откроем вместе с вами. Желаю вам приятного просмотра. Вот такая вот куча посылок ко мне пришла с AliExpress. Уже не помню, что там даже. Начнем вот с этого черненького пакета. Так, это пришли резиночки. Заказала вот такие вот резиночки. Но это в основном для дочки косички делать. У кого есть девочки, присмотритесь. Вот эти вот резинки очень удобные. Их, кстати, хорошо на бантики ставить. Там можно заказать и белый цвет. Ну, как-то я уже вот такую вот пачку заказывала. И мы уже как-то это все быстро очень израсходовали. Как расходный материал. Очень быстро. Они куда-то все почему-то теряются. Ну, вот на косичках очень удобно держатся, и они очень приятные. Еще они мне понравились, потому что они, ну, таких однотонных оттенков, потому что у нас, я смотрела в магазинах, все в основном такие цветные для детей. Я, кстати, сама тоже ими пользуюсь. И тут очень много оттенков, они прям вот от темно-коричневого до такого прям бежевого. Такие вот оттенки, такой вот переход. Так, вот несколько цветов. Так что, у кого девочки, присмотритесь. Идем к следующей посылочке. Я заказывала бусинки. Вот такие вот черно-перламутровые бусинки. Может, кому-то пригодится для творчества. Может, если кто-то занимается каким-то плетением. Очень интересный такой цвет. Я, конечно, заказывала, хотела для сделать такую цепочку для очков. У нас просто была такая цепочка, она у нас порвалась. Но у нас там бусинки у меня вот эти потерялись. Ну, только там бусинки, конечно, были покрупнее. Что-то я не посмотрела размер. Ну, ладно, можно сделать, допустим, полностью поменять вот эти вот крупные и поставить мелкие. Тоже будет симпатично смотреться. Там была сделана цепочка именно вот бусинка, несколько бисеринок, бусинка, несколько бисеринок. Можно, в принципе, так же и сделать. Пусть будет помельче. Тоже интересно будет смотреться. Так, что-то тяжелое. А, вот эти вот для брошек я заказывала двух размеров. Я вот заказала один размер побольше. Это, в общем, цвет был рандом. Тут вот золотистые. Хочу попробовать сделать какую-нибудь брошку. Тут какой-то брак. Маленько. Тут получается серебристые. Бронза. Потом такие вот темно-золотистые. И вот есть светло-золотистые. Вот это светло-золотистая и такая насыщенная. Золотистая. Я размеры, правда, не помню. Я потом вам внизу напишу, какие я размеры заказала. Я заказала двух размеров. Вот эти вот чуть помельче. А, тут, может, написано? Нет вообще. Так, чтобы не перемешать. Это вот тоже цвет рандом. Ну, не рандом, вернее, цвет микс. Тоже вот разные золотые и серебряные. И медные. Ой, не медные, это бронза. Тоже вот светлые есть. Светло-золотистые, такие насыщенные золотистые. Я вот как-то делала брошку. Ну, это я не в своей технике, это просто вот то, что было. Материалы, какие у меня были. Я тут все это намешала. Кружево тут и камни, и перышки. Вот тоже тогда я использовала. Но только мне не понравились. Я тогда на Wildberries заказывала вот эти вот замочки. Они мне не очень понравились, потому что они очень какие-то были тупые, царапали одежду. Но вот я тут тоже чувствую, есть немножко такие заусенцы. Сейчас мы с вами попробуем на каком-нибудь материале. Вот такой вот я материал взяла. Обычно вот на таком материале хуже всего прокалывается и оставляет какие-то следы. Сейчас вот так вот
Попробуем несколько штук. Ну, в принципе, вот это нормально вошло. Так, вот это вот уже не очень, вот она как-то так сминает материал. Туповатые. Все равно некоторые туповатые. То ли их подтачивать немножко надо. Да, вот видите, как материал портит. В общем, если честно, по-моему, тоже они не очень. То есть их как-то надо дорабатывать. Сейчас посмотрим вот эти маленькие. Вот эти вот маленькие, ничего. Вот это золотую. Вот это вообще отлично. Вот эти, кстати, маленькие лучше. Или просто так в шпарте совпало. Вот это вот вообще отлично проходит. Очень острый. Мелкие вообще хорошо. А вот эти вот что-то, конечно, это крупные не очень. Даже вот... Нет, вот это вот ничего прошла. Ну ладно, все не буду пробовать. Но вот эти вот мелкие, нормальные. Они прям вот в основном все острые. Очень хорошо проходят. Вот прям отлично. А вот эти вот почему-то туповатые. Странно. Хотя один и тот же производитель. У одного и того же производителя вроде заказывал продавца. Ну вот, бывает, видимо, и такое. Ладно, перейдем к следующей посылочке. Это, кстати, я заказывала, хотела сделать брошку тоже в своей вот этой технике, технике филигрань, попробовать кабошончик какой-нибудь оплести тоже такими кружевами и сделать брошку. Посмотрим, если руки дойдут, то как-нибудь сделаю обязательно. Так, это у нас карабинчики. Карабинчики для цепочек. Что-то они какие-то темноватые, вроде я посветлее заказывала. Потому что у меня есть тоже карабинчики, но они у меня такие слишком светлые. Я хотела заказать потемнее. И пришли вот такие вот темные. Так, сейчас я вам покажу поближе. Вот такого вот они цвета. Такое темное серебро. Ну, тоже интересный по-своему. Только мелковатые. Я почему-то тоже думала, что они будут покрупнее. Но я ссылочку оставлю и напишу, какой у меня размер и цвет. Если кому-то надо, то вы можете так, такие заказать. А тут что у нас? Вау. Тут вот такие два кабошончика интересных. Вот такие, такие прям необычные расцветки. Это, конечно, просто так, картинка, скажем, наклейка, просто прилеплена на стекло. Но все равно смотрится здорово очень. Прям бесконечно можно смотреть какое-то прям небо. Звездное небо. Так интересно. Может, применим на какой-нибудь или шкатулке, или подносе. Здорово смотрится. Напишу тоже в описании ссылки, какой размер. Хотя, по-моему, они одного, что ли, размера были или нет. Ну, напишу, какой размер. И там, по-моему, разные даже были рисунки. Можно самим выбрать рисунок, который понравится. Мне прям очень понравились. Такие красивые. Загадочные. Загадочное звездное небо. Переходим к следующему. Так, и тут у нас бусики. Заказала я вот такие бусики. Хотела я их использовать. Хотела я их использовать вот в этом колье. Я думала, сделаю россыпь. Ну, такой вот цветочек, что ли, не цветочек. Ну, так вот собрать на ниточке хотела. Несколько разных цветов. И как бы гроздями где-нибудь
повесить. Как будто сбор гроздев. Ну, ягодок каких-то или как цветочков. Ну, только я уже не успела, что ли, как сказать. Они не успели мне вовремя приехать. Я уже колье закончила. Можно было бы даже вот, может, вот здесь где-то в центре использовать какой-то цвет. Ну, они уже так долго ехали, что мне уже оказались и, в принципе, не нужны. Напишите, у кого так вот бывает. Заказываете, ждете. А потом, когда уже приходит, уже вроде как будто и не надо. Потому что очень долго уж идут посылочки, целый месяц. Иногда и дольше. Так в порыве творчества заказываешь что-то, думаешь, вот сейчас вот это вот закажу и сделаю вот это. Но пока уже это все идет, уже это так все перегорает 100 раз. Уже когда поэтому приходит, уже не такой интерес. Ладно, пусть пока лежат, может пригодятся. Всегда материалы, в принципе, нужны, всегда все равно пригождается что-нибудь. Крайняя посылка. Так, пришел такой вот камушек. С такой иоризацией. Ну, тут иоризации особо не видно, но вот я вот так вот вижу при определенном свете. Вам, наверное, на камеру не видно. Такой прям интересный такой этот, как отрезок стекла. Там, конечно, на картинке у них он симпатичнее смотрелся. Здесь он какой-то все-таки мутный. Но вот так вот в каких-то положениях прям очень красиво он так смотрится. Главное, надо поймать вот этот вот. Так вот вроде видно немножко, да? Интересно. Но зато это натуральный камень. Вот такие вот посылочки мне сегодня пришли. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.